Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь. Исход, 13 глава, 16 стих. Вторая книга Моисеева, история. И да будет это знаком на руке твоей, и вместо повязки над глазами твоими, ибо рукою крепкую Господь вывел нас из Египта. Вывел Господь. Это главное было, что в израильском народе, из рабства невыносимого. Рождается мальчик, заранее дается всем акушерам по сегодняшним, а тогда была одна, допустим, бабка, сразу умерщвляют ее, ну и волка тулы, и нет его. Вот что они чувствовали в это время? А девушки вырастают для гаремов. Ну, мы знаем это все из Библии, сколько об этом фильмов поставлено. И Господь предупредил заранее, чтобы был знак. Я сегодня хочу сказать о знаке, чтобы тоже послушали, что это означает. Какой великий смысл закладывает Господь в знаки, о которых мы даже не подразумеваем, что они главную роль играют иногда в жизни. Сколько знаков на дороге? Сколько лет ездишь на машине? Почему именно красный тормозить надо? А не зеленый, не синий. Это все объясняется. Потому что инфракрасные лучи меньше всего поглощаются атмосферой. Красный фонарь, допустим, видит вот за 3 километра. А зеленый, который наполовину только, 6 раз меньше. А к примеру говорю. Так вот, здесь говорится израильскому народу, дал знак. Знак, который будет на руке, и сидеть, чтобы думали, что? А вы видели где-нибудь евреев настоящих? Не те, которые здесь полукровки, они ничего не знают, только да, я и не знаю, кто там, мать башкирка была, да, перечисляет 6 национальностей. А это из поколения в поколение. Еврейский народ был разделен на 12 колен сыновей Израиля. 12, все они евреи, от одного отца. Разные матери были, а некоторые одни и те же матери. Но Бог так сделал, разделил. И показал, что брать невесту с другого колена нельзя. Но он же еврей, еврейка, слушай внимательно. Но там, может быть, в войну перебили столько женихов, бывает какая-то Иудина колено, оно все впереди было, или Вениаминова. А в другом, по-другому. И там замуж выйти не могут. А здесь женихов много. Никак, ищи здесь. И в этом заложен глубокий смысл. Мы будем об этом сейчас говорить. Я примерно 15 мест открою Священного Писания, чтобы открыть глаза. Мы живем среди знаков. Притом эти знаки преследуют нас и во дне, если беда какая была, и во сне. И днем, и ночью мы видим эти знаки. Ну, это знаки на дороге. А в воздухе знаки, а на море знаки, топовые огни называются. С одной стороны один свет огня, с другой, я вижу, этот корабль идет к нам навстречу или от нас уходит. И вот летит иногда самолет ночью, смотришь, я один раз видел, сразу 3 спутника летят, и один самолет, он мигает и мигает, это отдельно, который у него внизу огонь, чтобы знали, здесь проходит трасса, как раз трасса над Потеряевкой проходит. А это Священное Писание. Вот у нас, смотрите сколько, читай. «Всей душою твоей благоговей перед Господом, уважай священников его». Попробуй. А сколько людей сегодня, которые говорят, священство Бог отменил. То есть они потеряли связь с церковью, и поэтому не надо священников. И поэтому сразу посыпались. В одной Америке 21 тысяча разных наименований религиозных называют конфессии, деноминации. А священство – это всегда объединяющее. Всегда. Когда друг другу не подчиняются, по-своему что-то делают, новое вводят где-то, тогда бывает разделение. В 1054 году разделила западно-восточная церковь. Вот мы заглянем сейчас, что же у нас люди, как себя выделяют? Вот моряк, как его узнать можно? То есть, у простого человека козырек, он вот столько закрывает. А это бескозырка, у него нету. Бескозырка, так и называется. Какая полосатая? Это знаки. Ты можешь ничего не говорить. Вот у человека пальцы, 10 пальцев. А знаки показываем всегда правый. Какой? Главный, я не знаю, как у медицины, может быть, раньше было. Главный, большой палец там. Но эти названия много раньше даже были. Дальше, хоть как говори, но его указательные.
как медики, я не знаю, ну все люди знают, указательный палец. И поэтому, когда пишет Иоанн Златоуст, что первые христиане изображали крестное знамение одним перстом, догадываться не надо, ну не левой рукой. Главное, это правая. И, конечно, не мизинцем. Мизинец – это уничижительное. Дальше. Самое неприятное повесили на средний палец. Когда желает кого-то оскорбить, показать, даже нецензурно, его отдельно палец этот показывают. И когда мне показывают, а бывают и мусульмане, я говорю, он тебе не нужен оказался, Господь оторвет тебе. Ты тогда вспомнишь, для чего он был. А дальше идет безымянный. Почему? Раньше не было фамилии, а только по именам. Я стал думать, а нигде никто не описывает как. Тут менялось имя. Он безымянный. Ты была такая, то есть фамилия-то, теперь фамилия главное это. Но ты при бракосочетании можешь, разрешается даже имя сменить. Но должна быть веская причина. Вот у нас есть люди, я знаю, которые имена добились, а которые переменили имена. Итак, обращаемся к Слову Божию. Числа 2.2. А вот одна коробочка, вот евреи идут, вот здесь у него коробочка такая, и там самые любимые места Библии выписаны мелко, когда есть, он снял, ну как бывает, фонарик, когда человек идет, открыл, и там у него написано. Ну в карман можно положить. Можно, но Бог повелел здесь держать, и на рукаве. И где писать? В шатрах были. Почему не на стене? Говорит, на косяках, там только косяки стояли. Остальное все хлюпало от ветра. Особенно при этой нынешней непогоде, даже в Дубае, в Америке. За всю историю, говорит, не было такого урагана, как сейчас показывают. И нынче сколько потоплено всего. Вот, уже миллиарды. А мне уже по интернету говорят, вам запретили дамбу делать-то здесь. Ну, что, из-за березки-то. А теперь вот ваши дамбы теперь откликнулись. И теперь виноват там президент. А тот дает указания разобраться, кто. Почему? А в некоторых селениях не стали ждать, когда придет. Успели сделать дамбу, и осталось сухие, вокруг вода бушует, а не сухо. То есть мы должны увидеть эти знаки. Числа 2.2. Сыны Израилевы должны каждый ставить свой стан свой при знамении своем, при знаках семей своих. Перед скинью собрания вокруг должны ставить стан свой. Это не так просто. Вот мы говорим доллары, а на доллары знаки есть. И оказывается, что первый, который знак составил русский эмигрант. И там пирамида стоит. Вверху стоит глаз, что масоны. Это масонский знак. Мы, ну как узнать? А галстук это чисто масонский знак. А люди еще не понимают, налепляют, они никто. И теперь, когда встречаются руководители, прямо написано, такие-то, такие-то, встреча без галстуков. То есть они будут говорить, отвечать, не отвечать, а в галстуке он только что государство его требует. И здесь затянуто. Но если он галстук снял, обязательно должен расстегнуть верхнюю пуговицу. Я занимался этим и даже заглядывал к ним, где они собираются. Подтянулся на подоконнике и заглянул, что там ничего нет, пустота одна. Ни икон никаких. А у нас как узнать православного? Вот мы едем по мусульманской стороне, Турция. Он показывает на меня, вы кто? Он меня опасает. Я вот так вот показал. А он показывает, я вот так вот, это мусульмане так. Мы с ним уже начали разговаривать. Знаете, знамение, тут написано какое знамение. А мы сказали, знамение это означает знамя. Знамя, можешь ты с высшим образованием и мало что знать. Почему? Да они тебе не потребуются, ты никогда в той стране не будешь. А моряк должен знать все знамена государств, у которых есть выход к морю. Есть у которых нету, посреди Африки. Ну, мне пришлось плавать, я знал все флаги. Я не скрываю никогда, что российский сегодняшний флаг – это единственный флаг за мировую историю, который говорит о настоящем и о будущем. Я поистине влюблен в него. Хотите знать? Три полосы. Первая – красная. Она годится для православных, для католиков, для язычников, для коммунистов, для всех. Все рождаются в крови. Так не бывает, что без крови. Даже кесарево сечение, то из тебя кровь течет. И жизнь – борьба. И для чего жить? Синяя. Синее небо меня так манит. Я знаю, что там мой Спаситель Христос. Все в этом мире бесследно канет. В небе не будет мести угроз. Помышляйте о горнем, а не о земном. Небо синее. Почему оно синее? Воздух, он не имеет света. Одна-то синева. Дальше белая. 21 глава Откровения, 10 стих. Нигде, ни в одной литературе этого нет. Здесь и видел я великий белый престол,
и сидящим на нем, от лица которого бежали небо, синее и земля. Я постепенно доходил до этого. Мне пришлось вести занятия здесь по 5 отделам милиции, 5 районов в Барнауле, городское воды и краевое. И притом много лет. И по радио говорить, и в других районах выступать. Что означает, что непонимание сегодня? Вот, допустим, Германия там, черный, знает что? Ну, русский уголь. Мне он зачем твой уголь? Я никогда там не буду. Если мы смотрим Великобритания, волнистым идет владычица морей. В море я никогда не поеду никуда. Да и что мне от этого-то? То есть Америка там, знаки, сколько штатов. Зачем мне штатов знать? Мне нужно про себя знать. Итак, родился, живи для Бога, придешь на суд Божий. Какой бы нации ни был, какую бы веру ты ни исповедовал, ты из этого не вырвешься. Почему? Это я на себя уже говорю. Россия какой-то особый знак перед Богом имеет. Знак мира. Да столько же войны, какой у нее мир? Мир. Это легко доказать. Чингисхан сколько захватил? Под стенами каких этих западных стран стоял? И где он закончил жизнь? В России. Шел Тамерлан. Тамерлан, это железный хромец, самый жестокий правитель. Его думали остановить, вот собрать если мальчиков, девочек, и одеть их так вот, чтобы как цветочки были, ну, лет до 5. И когда он идет, показать перед ним. И так и получилось. Они собрали, допустим, 5000 отовсюду. Красота одна. И он только посмотрел, гикнул, выхватили шашки и все, вредность разнесли. Он никого не признавал. И когда Велес пришел, и ханы, которые охраняли его, они слышали, он всю ночь метался и что-то бормотал. Когда встал, он говорит, поворачиваем. А у России выхода никакого не было. Сопротивляться никто даже не думал, только Багдад захватил. И пирамид сколько сделал, тащет по сегодняшний день, пирамиду из человеческих голов и зацементировал. Вот какие правители. А пришел к России, Россия бы напоминала приговоренного к смерти, свесившего голову над пропастью. Сопротивление даже не входило в планы. Все храмы были открыты, как пасхальные дни. Звонили колокола. Все понимали, России пришел конец. И вот здесь вступает Божья Матерь. Она является ему. И он видит ее окруженного какими-то старцами. И она ему сказала, поверни назад. А у России извечный был астраханский хан. Они не могли победить и сражаться опять с прежними силами еще и еще. И он повернул туда и разнес все и ушел как в песок. Никто не знает, где похоронили, а теперь показывают где. Это история говорит. И когда я стал историком спрашивать, скажите, когда он подошел к Ильцу, почему дальше не пошел-то? Россия-то в его руках была. А он там и не был. Ну, я же говорю, Тамерлан. Да такого нет. Потому что они ничего не могли сделать, его устранили. Что он не существовал, как говорят. Сегодня священника выставили, такой грамотный, все доказывает, что человек от обезьяны произошел. И прямо книги выпускает, и патриархия пока ему не отрубила, говорится. Из-за денег больше сражается, из-за мамоны. И здесь та самая история. Наполеон где был? В Москве. Где он был? Это конец. Повернул назад и не по тем дорогам, куда хотел, а где ты шел, выжигал. Вот тут он и пошел. И что, без России закончилась бы она? Нет. Остров Святой Елены ждет его там. И он все это будет перебирать, смотреть. Надо разумный, дали ему дожить. Гитлер где был? Европа вся под ногами лежит. Вплотную. Они рассматривали уже, шли, говорят, вагоны с мрамором. Памятник фюреру поставить. И все затормозилось. Прямо смотрели колокольни, видать, все. И никаких шансов не было. Сегодня рассматривают, что было. А в это время Зорге, слышали такого? Рихард Зорге. Он точно узнал, что Япония решила начать войну, сначала покорить, которые острова там, Австралию, а потом сюда. И он дал знак. Япония не нападет. И оттуда сразу тайно загрузили дивизии и погнали скорее сюда. Понимаете, вот один человек, который среди них был и узнал тайну. Ну и ни один солдат, конечно, дорога не выходил, и никто не знал, что идут. Ни один. Все в окна завешены, и только в Москве уже высадились. И выстрелили все войска сходу, прям сразу. Все, они на это не рассчитывали, немцы. А тут столько, 8, что ли, дивизий только в один день выставили. Я просто говорю историю, понять, как Бог за нас. Мне очень нравится фраза президента нашей Федеративной Республики. Он говорит, что с Россией было, сколько моментов. И сегодня не устоять никогда. Единственное, что нас спасает, приходится признать, сам Бог о нас заботится.
И даже такое показывает. Ну ладно, нападете, да. Мы мученики будем, а вы все равно передохнете. Потому что все будет отравлено. Это прямо такое слово его там стоит. Это он сам говорит. Не они о нем говорят, а он сам говорит. То есть, желая, не желая, но мы должны правильно понять и прийти на помощь тем, которые в особой опасности. Я говорю о президенте, о других. Кто там, о той теме мы не говорим. Я хочу рассказать только о том, что ясно, четко и никак по-другому. Указательный палец. Я когда стал рассуждать, я нашел, что первые христиане, раз одним пальцем, но не указали каким, указательной правой рукой. А почему? Это было вернее, чем два или три. Два или три, это мое выражение, содержит элемент ереси. Это что означает? Богочеловечество. А это что означает? Святая Троица. На кресте Бог не страдал, только человек. Католики, у них пятернёй они. Ты сошедший с неба, умерший за меня, стоящий на левой стороне, переведи на правую, благодаря твоим пяти ранам. Это все по человечеству. Вот отовсюду, когда начинаешь смотреть, Господь показывает, как нам надо жить. Разбираться в этих знаках. Особенно глухонемые, сколько они знаков дают. Я хочу просто объяснить, некоторые не знают. Два флажка. Оба красные рекой видать. И учат сразу моряков было пахать, что нам нужно. А его далеко видать, оттуда смотрят труба подзорная. И они говорят, радио не было, не изобретено еще было. И они знали. Я когда учился в этом, я сразу стал. Но иностранные, там совершенно другое. И я одновременно начал изучать, которое всемирное по-английски, флажками. Ну, начальство все это заметило, что я пытаюсь высоко лезть-то. Бог дает знания. Я не изобретатель, но готовое при старании можно понять. И вот сегодня, если мы покажем человеку, ты догадался еще это, мы хотим его унизить, ты не соображаешь, у тебя тык, или как сюда, и голова не работает. По порядку. А если венчается, то надевается кольцо на правую руку, на безымянный. А палец до этого оторвало знак, не выходи замуж, не женись. Я нашел это. В этом заложено, значит, стопроцентно тебя Бог призывает на служение Ему. Он для ничего этот палец больше мне не нужен был. Он только для этого и дан мне. Он намного больше делает утолщение. Кольцо не наденешь, а тут оно будет мотаться. Бог делает это. Это маленькая тема. Но сколько в ней мудрости заложено. Второзаконие 6.8. Знаки. Знамена. Притом все мы берем из Священного Писания. И навяжи их в знак на руку твою, и да будут они повязкою над глазами твоими. Так, вы если евреев видели, когда они идут, то вот, ну, у разного народа разное. Там, у русских какая форма? Ну какая форма? То я же не в армии. У них не в армии, но у них форма есть. Какой головной убор у нас у всех? Да что есть, то и есть. А у них нет. Все в шляпе. А поговорка говорит, дело в шляпе. Вы не забывайте, кто решает нашу участь, кому принадлежат все абсолютно деньги мира сегодня. Все, что только чем руководствуется любое государство, все идет оттуда. Условия диктуют они. И поэтому 12.3 Бытие говорится, чтобы мы семя Авраамова, евреев, не проклинали. Проклинающий будет проклят, благословляющий будет благословен. Это на сегодняшний день. А на земле 2896 наций. У меня устарелые данные. Ну, сегодня находят маленькие племена. Ну, совсем маленькие. Там 100-200 человек на Амазонке где-то. И мы как приветствуемся? Рукой махнул, это приветствовался. Господь говорит, не приветствуйте никого на дороге. А почему? Разве плохо, что я поприветствовал его? У них другое входило. Он сразу останавливался и спрашивал, ну, как дела? Ну, надо о делах рассказать. Ну, теща-то у тебя выздоровела? Нет. Но ж температура была, он помнит. И ты уже забыл, куда идешь. И иди не приветствуй. Это слова Христа. Понимаешь, когда начинаешь смотреть, то, а вот эти племена, которые, а он идет, руки не подает. Это у русских, а зачем руку брать? Он это что-то брал, вот рука не будет, за руку берет. Что ты насыпляешься там? А он идет и остановился, и зубы показывает, что у меня нет против тебя ничего. Показал руки, оружия у меня нет. То есть они, племена дикие, они более внимательны к тому, чтобы плохого о нас не подумали. И здесь второй раз, когда Господь знает, то поколение умерло, закон надо повторить, я повторяю то же самое. Они в шляпе. И далее,
не порти края бороды твоей. Покажите, где это написано. В Библии написано, книга Левит. Ну, дальше ты говорится, и кругом не стриги волос твоих. Так мужчина же, кругом не стриги. Здесь выстригай, а вот здесь и здесь не трогай. И как он песни у них. Молодые еврейщики там, смотрю, и косы заплетенные здесь. Это знак. Почему? Ни в мире, нигде больше этого нет. И нам туда даже не надо присоединяться. Вот у нас выходила еврейка, Фаина Соломоновна. И она дальше спросила, как вы думаете, вот я шла, я не знаю, какая нация, человек на остановке лежал, и из-под него текла вода какая-то там, а дождя не было. Ну, еще непонятно, о чем говорит. Ну, я говорю, я могу о ком угодно подумать, но не об еврее, она говорит, точно. У нас, говорит, за 2000 лет не было ни одного человека, который не умел бы читать. А буквы-то у них не наши, какие там, видели, как в Грузии, с червяками. Почему? Даже он совсем, кажется, ну, никуда его протащит. Если Авраам там есть, Сара будет там же работать. И не просто работать будет. Даже если бы такой родился сын, что не совсем все у него. Высшее образование, диплом будет. Будет бумажки с кабинета в кабинет носить. Он нужен там, все равно для чего-то. То есть нация, которая старает себя сохранить. Знак. А это, а покажи, они сохраняют. А нам есть что-то в своей голове, как да, бритые сплошь и рядом. Мусульмане, усы убирают. Усов нету, я сразу разговариваю, как с мусульманином. А если бороды нет, одни усы, я знаю, безбожник и лютый безбожник. Ну, посмотрите, какие люди. Так, буденные, возьми, там до ушей усы. А бороды нету. Это знаки все. Иисус Навин, 2.12. Сейчас мы наткнемся на такие места, на такие откровения. Итак, поклянись мне Господом Богом нашим, что как я сделал вам милость, так и вы сделаете милость дому отца моего. И дайте мне верный знак. Вот верный знак. Я вас спасла. И вы дайте мне верный знак, когда начнется окружение города. Вот сегодня, когда раскопки делают Иерихона, что интересно, говорит, ну, ширина там стены 4 метра. И как-то ножом вот так пополам ровно разрезаны. А в одном месте не тронуты. Что? Раав, блудница. Блудница оказалась прозрительной маршалов. И они обходили, сколько дней ходите, по разу. А последний день... Столько-то раз, и как крикните, и вся стена лопнет, и город взят. Знак. И она говорит, мне дайте знак. То есть она уже понимала об этом. Да ты пообещала, какой будет знак? Знак, мое твердое христианское слово. Да, значит да. Нет, не подходи, бесполезно говорить. Нет. А все сверх того, если ты в порядке, односторонние нарушения где-то, но это называется другими словами. Которые, не дай Бог, чтобы они у нас были. Далее. Псалом 73, 4 и 10. Сколько Давида. Смотрите, как он заботится о знаках. Рыкают враги твои среди собрания твоих. Поставили знаки свои вместо знамений наших. Показывай себя подобный поднимающий вверх секиру на сплетшиеся ветви дерева. И ныне все резьбы в нем в один раз разрушили секирами и бердышами. Предали огню святилище твое, со всеми осквернили жилище имени твоего. Сказали в сердце своем, разорим их совсем, и сожгли все места собраний Божьих на земле. Знамений наших мы не видим, нет уже пророка, и нет с нами, кто знал бы, доколе это будет. Знамение, знак. Я кое-какие данные нигде не мог найти. Почему? У евреев шестиконечная звезда. Это два треугольника в равном направлении. Это как масонский знак. А пятиконечная звезда, это прямо относится к тем, которые подчиняются этой всемирной организации. А у христиан, куда ни пойди, крест. Но крест, это должен быть такой, вот показать здесь, чтобы, ну вот как у нас на Библии. Прямая ровная полоса вниз, прямая без всяких набалдажников поперек. И вверху это как... Надпись была «Сей царь иудейский». А посмотрите, сколько разных навесов. Ну, пойдете на Покровский собор, главный митрополитический храм. Вот стоит он изверченный весь. Внизу которого поперечина, внизу я еще по поперечине, и вверху. Я посчитал, сколько концов на одном,
Ну, бывает четырехконечные, шестиконечные и восьмиконечные, православные. А там ровно 18. А 18 это 6 и 3. Вот зачем это делается? И крестики малые, они с уширениями, с какими-то. Настоящего креста-то нету. Ну почему? На крест многое похоже, но сатана покушается, вдруг выпускает обувь и на подошве крест. Человек сделал и даже не знает. Идет и канон говорит, нигде, чтобы под ногами крест не был. Ну, главный знак христиан где-то. И говорят, так далее, пошли одни кресты. Что теперь делать? Ну, где-то залей, там, растопи, попроси, или как-то подошву усили, или как. Или выброси их. В Донском монастыре мне пришлось быть. И гляжу, харисты выходят. А харисты пожилые, там, с бородами, с седыми. И вышли, и закурили прямо у входа здесь. Монастырь Донской. А тут же кладбище. А на кладбище большие плиты такие положены. Из чего они чугунные, или не написано, кто такой-то, инфантерии, такой-то, и столько жил. И они взяли эти плиты и услали у себя пол. А там крест изображен. Ну, в первый же вечер к нам приезжал этот игумен Кирилл Сахаров. Я говорю, вы по крестам-то почему топчетесь? Как? Ну, вы откуда взяли-то? С могил взяли. Вам никто не разрешал. А теперь там крест. Или вы спилите его, или как? А там такой тихонький у них священник был. Он когда узнал, прямо во время молитвы подошел. Это ты, Игнатий? Я молчу, так показываю. О, тоже молчать. Знак. Он никаких, он как разошелся, я когда сказал Кириллу, да не может быть, от него слова не выдавишь. Так он мне вон, то есть точку попал. Я разговаривал с одним епископом, я говорю, у нас хорошие отношения, владыка, как бы нам их сохранить? Я знаю, что вас будут сейчас бомбардировать со всех сторон, и что вы против были. Ты никогда не догадался, он когда сказал, уже стучит, то есть пока дьявол уже стучит рогами и копытами, чтобы нас разделить. Чтобы не быть вместе. Ну, противостал, и Господь дал полную победу. Итак, здесь говорится о том, в чем мы так нуждаемся. Я сказал о флаге и нашей одежде. Запоминайте эти. Мы руку эту правую расшифровали, каждый знак. Но если вот человек, как дела? Показал, и можешь идти дальше. Во! Больше нам ничего не надо. А если бывает, где-то выглядывают, едут на машинах и показывают, это victory, победа, победители. Вот. Это латинское слово. Вот так. Ну, больше тебе ничего не надо. Там разно налеплено. Ну, мы все пять сказали. Безымянно ничем нельзя объяснить, кроме тем, что менялась там фамилия, имя. Безымянно. Ну, еще не хватало. То сказали бы какое-то слово. Дальше. Притча 6.13. Можно даже 12. Притча. Человек лукавый, человек нечестивый ходит со лживыми устами, мигает глазами своими, говорит ногами своими, дает знаки пальцами своими. Пальцами своими. Видите как? Ногами говорит, как писали, говорит, шансонетки разбитные агитируют ногами. Ну, то есть, которые где-то, это стихотворение такое. И как глазами подмигивают, вот так разговаривают, только голову куда-то повернул, валан, обернулся этому глазами. Это не одобряется Богом. Это знаки, с которыми мы должны знать. И ребенку показать, если когда подрастает, этого делать нельзя. Знаки и ногами. Другое дело... Показать, когда что-то нужно. Куда идешь? Показал туда и иди дальше. Слово «знак» какое значение имеет? Притом многокранное. Исайя 5.26. Я беру пророка, потом Новый Завет перейдем. Божья Матерь знала эти, ну, другие, может быть, знаки. И поднимет знамя народом дальним, и даст знак живущему на краю земли. И вот он легко и скоро придет. Видите, как надо дать знак. А какой, мы не знаем. У нас знак, надо запомнить, это Израиль. Сколько государств, это под 200, которые в ООН только состоят. И на события все там. Вот сейчас как, смотрите.
прямо на прошлой неделе Иран, там, наверное, сотни, если не тысяча, ракет выпустили по Израилю. Война не объявлена была. Так просто не пройдет. Мне по Израилю все понятно. Я всю литературу изучал за рубежом, в Америке просил, достали дореволюционное, советское. Одно не могу понять, зачем советские войска туда пойдут, тогда Советский Союз был. Придут туда и погибнут все до одного. У меня близкий был друг, старше меня, он был начальник радиостанции Рокоссовского, прошел на переднем фронте, и ни одного ранения нету. Иногда, говорит, соединяю что-то, вокруг, говорит, как картошку кто садит, мины падали, ни один осколок на него не задел. И он детей, 8 сыновей, говорил, куда угодно, и в Израиль не ходите, 100% проигрыш. Вот Хамас, который поднял, у Израиля, ну, 6-дневная война, ну, что значит, 6? За 6 дней расправились, 3 государства, 4 напали, в дребезги разбили, почему данные? Самая лучшая контрразведка там. Мне приходилось иметь дело с людьми, которые имеют возможность уничтожать людей, защищать несправедливо. И мне Бог таких людей давал. Я говорю о КГБ. И вот он приезжает, меня дал матери слово, что я до суда вашего в 80-м году выдерну оттуда. Что он, где говорил, я не знаю. Ну, видимо, большое значение он имел. Приехал при орденах своих и щит, и меч. И газета так и называется. Он и защищает, и противников наказывает. Знак, ну, который у него как эмблема, или как сказать. И машину привез домой. Я вашей матери обещал, вы дома. Даже вообразить нельзя, какие чудеса Бог может сотворить. Далее. Иеремия 31:21. Знаете, по всем пророкам. Поставь себе путь. Путевые знаки, поставь себе столбы, обрати сердце твое на дорогу, на путь, по которому ты шла. Возвращайся, Дева Израилева, возвращайся все города твои. Когда в плен тебя вели, были какие-то знаки, ты запоминай, что было. Вот у нас, когда зимой, все, ну не видно, дороги нету, поэтому прутьев нарубят и в дороге ставят знаки. А их даже во время пурги видно, где, ну прям на них смотри дальше. Ну, лошадь, что интересно, все, нигде нет еще, она как, даже, как она знает, где плотная дорога-то? Прямо по дороге идет. Дальше. Иезекииль 9:4-11. Здесь побольше прочитаем. 9 глава, 4-11 стих. И сказал ему Господь, пройди посреди города, посреди Иерусалима, и на челах людей скорбящих, воздыхающих о всех мерзостях, совершавшихся среди него. Вот сделай знак. Ты просто, ну что же делается? Ты посмотри, что священников судят одного за другой, за убийство сколько сейчас. Распотрошили какая-то банда. Оказалось, что священник руководил этой бандой, как машины перекрашивали, которые воровали. Вещи невероятные приходится слышать. И здесь говорится, запомни. Тебя вели в плен. Той же самой дорогой вернешься назад. Знаки. Так, дальше. А тем сказал слух мой. Идите за ним по городу и поражайте. Пусть не жалеет око ваше и не щадите. Старика, юношу и девицу, и младенца, и жен бейте до смерти. Это Бог говорит так. Сначала пройди пометь. А вы помечены? Да, мы помечены. Мы избранные. И Бог пометил нас избранием. Мы это не видим только. Он посылает не человека, а одного из служителей небесных. И главное, пометь тех, как в Израиле было. Поставьте знак у себя, и ангел пройдет, где знака не будет, первенец будет убит. Спасти невозможно. Так он не болеет, будет убит. В эту ночь. У собаки сколько щенков было? 6. Который первым родился? Они знают, будет утром мертвый. Тот знает. А все абсолютно первородное должно быть уничтожено. Это Бог говорит, даже начиная со стариков. А зачем они, старики, нужны? Лишнюю пенсию только брать. Назначение стариков – делиться опытом, воспитывать внуков. Самое главное – передать. Чтобы показать, не живите, как мы жили. Бога-то не знали. Как знали? Ну, пришел, свечку-то запалил и пошел. У нас любят много свечей зажигать. Я сколько раз говорю, ну одну зажгли, да и ладно, от них ничего нет, кроме копоти. Но у нас хоть копоти нету, это чисто восковые. Я вот на прощенном воскресенье был, и я посчитал, сколько одновременно горит сразу 200 свечей.
И люди вот столько еще там, она подходит, тушит специально в черном халате, бросает теперь на переплавку, воровство идет на наших глазах. Вот у нас в уставе написано, вот сколько нас, 30 лет, и ни одного огарка нету. Она догорит, погасла, дымок прошел, на этом все. Почему? Все сожжения и жертвы. Ты не восхотел. Все сожжения, а ворона вообще Богу не нужно. Я не знаю, как сделать, чтобы 6-7 свечей у нас... А батюшка опять босс покупает. Да эти деньги-то можно было на помощь кому-то. Тоже это нам как-то бы кто-то взял на себя это поговорить. Зачем много их? Но не троньте ни одного человека, на котором знак. И начните от святилища моего. От святилища, то есть начать надо с церкви сначала. И там у кого знак есть? Так там все верующие. Это верующие. А сыновья Илия чем занимались? Люди приходят, они с женщинами спали, говорят, которые пришли, прихожанки, прямо при храме здесь. Ну и кончилось тем, что все погибли. Знак. И на, если на нас знака нет, тебе разницы никакой нету. Я вот сколько раз говорю, если вы не будете до конца здесь, вот, на занятиях не приходят совсем. Я говорю, притом хорошие люди, я вижу по глазам, что я в их глазах уже никто. Поймите, это самое драгоценное время, которое мы уходим. Не покидайте собрание вашего. Слово Божие. Собрание. Здесь мы не разговариваем ничего, а там мы разговариваем, узнаем нужду друг друга, и дальше как у нас все. Идут на помощь, люди спешат. Нужды какие-то. Только откроется, как говорится, из шампанского пробка вылетела. Бежи, как вам не надоест, каждый день же вы там бываете. Неинтересно здесь быть. А вот Господь будет помещать, кто был. А кто выскочил, тех нет. Вы первые пойдете под нож под этот. Если бы вы это знали, затормозили маленько. Я сколько раз это говорю, я понимаю, ему это не нужно. И не говорить я не могу. Мои дни, может быть, на один жавок остались. Я должен каждый день лекарям 7 километров проходить. По милости Божией еще без костыля хожу. Может быть, для того, чтобы надоедать вам. Прошу, очень умоляю, прошу. Будьте здесь на собрании. У нас идут занятия. Заведите себе там, в интернете, там что там покупать надо для этого. У нас идут занятия. Дальше. Закончили здесь? Нет. И начали они с тех старейшин, которые были перед домом. Вот смотри, от кого. Сначала со старейшин, с руководителя. Первое. Он стоял, разговаривал, вдруг повалился. А что у него? Ну, закупорка, тромбы. Дальше что-нибудь. Ну, врачи всегда найдут смерть. Был бы, говорит, человек. А статья найдется для него. И сказал им, оскверните дом и наполните дворы убитыми, и выйдите. Вот как? Так, от мертвеца что? Прикосновение оскверняет. Наполнить оно негодное. Трупы пусть все это вместе сгорит. Это повеление Божие, это Дух Святой говорит. А это были образы для нас, чтобы мы не были похотливы на злое. Богу это не угодно, что... Вы знаете все, что мы причащаемся, означает... Мы спасаемся кровью Христа, который на Голгофе умер. Ты в это веришь? Не добьешься. Ну, веришь или не веришь ты? Почему написано, дать отчет каждому, вопрошающему тебя. Это повеление от апостола Петра, Духа Святом. Спросили, ты обязан ответить. Тут уже другой вопрос совсем. Не разговаривай, дверью хлопнул, пошел. Мы не то, что чужие. Мы никакие. Как же это так? Господь это в этом сказал. Если бы я сказал, ты сказал бы об этом. Кровь Христа. Но впереди две ступеньки-то ты не прошел. Первое. Если ходим во свете, как Он во свете? Бог. А как ходить, все ты один дома никогда не узнаешь. И имеем общение друг с другом. Общения-то нет. Ты уже на этой ступеньке не пройдешь, потому что бежишь домой скорее. Обычно как-то жена влияет. Тут и жена ничего не может повлиять. Я ни одного случая не знаю, чтобы жена положительно повлияла. Что загрузило такое? Ну, жена, смотрите, как у Пилата... За Христа заступалась-то. Я всю ночь страдал от него, не повинен. Ты уж как-нибудь Пилат сделай. А он за шкуру свою, как говорится, хлопотал. Я уж к этой теме, вот то, что у нас есть, бегут отсюда. Здесь будут. Да ты состоишь здесь, ты сколько еще отнять умом блуждал. Служение-то сколько остается? У меня интересная мысль приходила. Бог требует десятину. А ты не отдал ее. Господь говорит, проклят весь народ. Весь народ, который десятину не платит. Во всех храмах это проклятое. Проклятые, на спасение никакой надежды нету. Это Бог говорит. Не надо
тут как-то свои условия делать. Божье Слово никуда не отошло. Слово Божье будет судить нас. 12:48 Евангелия от Иоанна. Слово, которое я говорил, оно будет судить вас. Оно! Не твоя замкнутость. А раз оно будет судить, надо подумать. Читаем Малахия 3 глава. Проклят проклятием. Вы обкрадываете не что-то. Меня Бог говорит обкрадывать. Это моя десятина. Ты Богу даешь ее. Что тут непонятно? Вы обкрадываете не священников, не семью, Бога. Десятое. А при чем я должен отдавать? Но если мы договорились какое-то дело делать, как у нас потеряют, и давайте большой огород засадим одним чесноком. Ну и двое согласились. И вместе посадили. Зимы нету, и все померзло. Но Бог-то нас зовет-то в соучастники. Ну, без земли можем мы что-то делать? Нет. Землю кто сотворил? Бог 100%. Ну, без воздуха не можем жить. Кто дал? В нужные пропорции. Если бы больше вспыхнула земля, меньше жизни нету. Процентное отношение к жизни. Так, семена кто дал? Дождь кто дал? Ты должен ответить, все 100, Господь, не требуется 100. Я же все дал тебе, дорогой мой. Ну, десятину-то отдай. Тебе помочь считать. Ты еще заработал, одна десятина. Это сотня. Богу принадлежит, ее в дом даже не заноси. Понятно? Я не знаю, это надо быть совершенно мертвым, врагом Божьим, чтобы не побояться слов. Проклятием вы прокляты. Это один раз только говорится. Проклятием прокляты. Это Бог говорит. А Господь говорит, исследуйте Писание. 5:39 Евангелия от Иоанна. Когда Он говорит, исследуйте Писание, ибо через них вы думаете жизнь вечную. Нового Завета вообще не было в то время. Евангелие от Иоанна 5:39. Потому что первое Евангелие Матфея через 5 лет появится после воскресения Христова. Марка через 7, Луки через 15, а у Иоанна через 35 лет только. И поэтому просто абы как не пройдет вопрос. Господь говорит так. И что интересно, Иоанн Златоуст говорит, сколько дней в году? Я легко отвечу, 365. А десятина? Ну, запятую перенести. 36,5. Так вот, Великий пост 7 недель. Суббота, воскресенье разрешается растительное масло. Поста нету, считается. А, такой пост. 5 и 7 сколько? 35. Суббота единственный постный день. 36. С вечера до утра половина. У меня руки опустят. Да как это так? Это 30 до одного часа, 10-ю. Почему с богослужением так не сделать? Да богослужение 2 часа. 120 минут. 12 минут это десятина, 12 минут богослужения, а остальное на проповедь. То есть подходит? Подходит. Но хотя бы 12 минут было. Когда проповедь была, спрашиваем в храме. Он даже не знает, что такое. И тут наша сестра, Царствие Небесное, она в Никольске пошла, священника дождалась, говорит, и его спросила, батюшка, а почему проповеди нет? Он говорит, что от Лапкина пришла. Какой запах, говорит, для них живительный, для них смертоносный. Она ничего больше не произносила, только так. А без проповеди нет ничего, все мертво. Вера от слышания, а слышание от Слова Божия. Словом Божьим называется Библия, от корки до корки. Слушай внимательно. Смотри, оно не вмещается, раздирает человека. От Слова, Златоуст говорит об этом. Если Бог сказал, небо и земля исчезнут, но ни одна черточка и ни одна йота не исчезнет. Вот и все. Абсолютно для нас все уже здесь заложено. Мы не можем изменить ничего. Матфея 26, кажется, 48, да? Переходим в Новый Завет. Предающий же его дал им знак, сказав, кого я поцелую, тот и есть. Возьмите его. Какой знак? Да я люблю тебя, поцелуй. Самый лживый знак, когда он говорит, кого поцелую, того и казните. Иуда, целованием ли предаешь сына человеческого? И когда один так верующий услышал от того, который подошел, поцеловал, а пришли арестовывать, он сразу нашел, что сказать. Ты не Христос, а я не Иуда. Далее, Лука 1:22. Знак дал. Никто бы не догадался, такой хитрый знак.
Он же, выйдя, не мог говорить к ним. И они поняли, что он увидел видение в храме. И он объяснялся с ними знаками и оставался нем. Не на письме, а знаками. Как он мог объяснить это, что мне показал Бог, только знак, так. А теперь показал, что Бог закрыл мои уста. И так, и все поняли, ему было видение. То есть нужно научиться знаками. Знаки какие давать? Я считал, когда и смотрели даже фильм такой. Атомная подводная лодка около берегов Америки была. Ну и котел там разошелся. И туда, чтобы запечатать, человек заходил, а тоже ходил на смерть. Только выходил несколько мгновений. Ну, показано это реально. Я с этими людьми встречался. Парень, ну, он меньше был, а это захватила его радиация. Ну и сразу же американцы говорят, надо как-то помочь. Ну и там вертолет завис над ними, то и дают знаки. А знаки всем мирликов одинаково во всем мире. Вам помощь нужна? Командир ничего не придумал, лучше сказать. Быстро снимайте штаны и покажите заднее место им. Это мы. Это русские. Ну и все, смерть. А теперь, которые остались руководители на могилу, отравленных ими приходят, и они герои были. А вы кто были в это время? Далее. Евангелие от Иоанна 13, а 5-7 не прошли еще. Луки 5-7. Я говорю о знаках сегодня. Приоткрыть глаза, что вокруг нас делается. И дали знак товарищам, находившимся на другой лодке, чтобы пришли помочь им. И пришли и наполнили обе лодки, так что они начали тонуть. Не написано как. Ну как думать? Вот одна лодка, полно рыба, тебе далеко, да не докричишься. Какой они знак дали? Ну, я садилась, что начали махать, когда люди прощаются. Мы всегда махали так, а сейчас вот так вот машут все, когда прощаются. А у нас никогда этого не было. Прощаешься, значит, туда как бы. А это я, значит, подгребайте к нам, ребята. Отработали. Знаете знак, какой первых христиан был? Я вас сделаю ловцами человека, а вы рыбаки были. Прутиком камы грядеши показано, чертят. Две черточки только вот так, и она похожа на рыбу. Рыба. Да, мы все рыбы. Рыбы в неводе Христовом. Дальше. Иоанна 13:24. Так, еще внимание, посмотрите. Ему Симон Петр сделал знак, чтобы спросил, кто это, о котором говорит. Говорится, один из вас предаст меня. Ему сразу Симону, как? Ну, я не знаю, какой знак. Они, видимо, вот он лежит, они. Спроси. Вот знак обязательно. Пусть покажет, скажет или как. Даже не написано, ну, как обычно мы делаем. Может быть, у них по-другому было. Что интересно, глухонемые разговаривают здесь у них, а у других народностей по-другому. Я даже никогда не знал, говорит, вороны, если перелетают туда, здесь у них тревога, а там не знают. За океаном он и вырос по-другому. Как они передают или что? Насколько достоверно, не могу ручаться. Далее. Деяние 12:17. Слово «знак». Он же, дав знак рукою, чтобы молчали, сказал им, как Господь вывел из темницы и сказал, уведомите о семье Иакова и братьев. Потом, выйдя, пошел в другое место. Как знак? Вот, допустим, тот человек, группа людей, и ничего себе, не кричать, микрофона нету, сказать, слушай меня, я скажу. Ну, можно же показать, так, тихо, я буду говорить. Ну, я знаю, как приходилось большой толпе видеть это, когда собрались тут коммунистов громить, около дворца спорта, в краевой администрации это. Ну, прямо официально это все уже было объявлено. А в это время я проходил мимо, и там милиция тогда называлась, они мигом оттуда бросились, через толпу ко мне подхватили под руку на арену на эту. И вот фотографии у меня на книге есть. Ну, я когда сказал слово, все погасло. Я знал, кто готовился это дело. И больше ничего не было. И митинг разошелся. Знак. И знак дать такой, за все придется отвечать. Римлянам. Так, Деяния 13:16. Еще. Павел, встав и дав знак рукою, сказал, мужи израильтяне и боящиеся Бога, послушайте. Ну, а когда много людей, не надо ничего говорить, просто руку скинул так, ты меня видит. Я хочу сказать, замолчите, что-то хочет сказать. То есть надо в знаках разбираться еще. Как?
И дальше Римлянам 4:11. И знак обрезания он получил как печать праведности через веру, которую имел в необрезании. Так что он стал отцом всех верующих в необрезании, чтобы им вменилась праведность. Это показывает фильм такой, мальчик, когда бежал еврейский. Ну так умно все делал, но стали подозревать он. А там кто-то сказал, так игру надо такую устроить, чтобы увидели. Обрезан ты или не обрезан-то? Он не догадался и сразу увидели, что обрезан. Он говорит, я болел, поэтому никаких, уже все, обречен. Немцы-то как узнавали? У них здесь какие самые главные, это посланники коммунистов, а у них СС. Лучшее оружие, больше получали. И под мышкой выкалывались, какой резус, какой группы крови, и все знали он. И когда в плен попадают, советские сразу высчитывали, в плен никого не брали. Как те не брали в плен коммунистов. И руководителей. А что им делать надо было? Ничего не делать, они бились до смерти. А обречение где? Если ничего нету, я христианин. Что бы ни сказали, я христианин. А Синеон с учителем договорились. Будут спрашивать, не будем отвечать. Они университеты закончили, а у нас образования нет, они нас задавят. Просто я христианин. Они начали, у вас имен нету? Это только у дьявола, у бесов нет имен. Вы бесы, демоны. Они это стерпели. Ну, казнили. Лишнего не говори. Не знайка дома живет, а знайку по судам таскают. И далее. Так, это мы Римлянам считаем. 1 Коринфянам 11:10. Еще два места. Или три. 11:10. Посему жена должна иметь на голове свой знак власти над нею для ангелов. Какой знак? Платок. Я говорю, у нас как-то это есть. Вот у отца Кирилла в Москве, он близ Берсеневки где-то. В каком виде вот находится? Одинаково. Одеты мы абсолютно одинаково. У нас сразу переодеваются, это называется мимикрия. Подтянули, юбки повыше, идут, никто не знает где-то. Пол головы открытый, платок не может даже правильно надеть. Зачем тебе пол головы открытый зимой-то? Ну зачем? Ты пройди как есть, у тебя будет свидетельство. Сразу спрашивают, а вы что, когда стояли в храме, подходит, а вы из какого монастыря? Из какого монастыря? Из Крестовоздвиженского. Так. Не меняйте форму свою. Вы для Бога это делаете. Это не моя проповедь. Вы идете, и вас люди видят где. Здесь работает на дорогах мусульмане. Они увидят, наши сестры идут. Мне коснулось, я говорю, это христианки. Нет, это мусульманки, у них хиджаб надетый. Они такие веселые сразу делаются. Это проповедь. У нас в Германии живет Валентина Сартисон. И она с дочкой своей, с Катериной, едут по форме одетые. И мы, говорит, видели, как та их видела, я не знаю. Или с ними ехала спортсменка, где-то там занималась. И она увидела, какие мы. Ну и, видимо, зацепился разговор. У него время прошло, смотрим, в храме она стоит рядом, молится. Это свидетельство, платок. У мужчины что? Главное, это пояс, борода. Не прикасайся. Если так, то так. Нет, это ты непростой человек. Только одно слово сказал, мне сразу говорят, а кто вы? У вас евангельский язык. И даже от него не ожидал, коммунист. И далее. 2 Коринфянам 12:12. Признаки апостола оказались перед вами всяким терпением, знамениями, чудесами и силами. Какими знамениями? Как узнать, что ты верующий? В первую очередь, ты знаешь Слово Божие. Дальше. Ну, любое дело, которое сколько раз говорил, чтобы тебе нужно делать что-то, переезжаешь где-то, замужество, ну что-то. Четыре вопроса поставь, потому что ничего тебе этого не надо. Первое, что ты ищешь? Земного или небесного? Временного или вечного? Второе. Что говорит про этому делу Слово Божие? Ты должен найти подтверждение. Третье. Что говорит твоя совесть? И четвертое. Не будет это соблазном для людей, если я так сделаю. Это моя наработка, но она безукоризненно работает. Итак. 2 Фессалоникийцам 3:11. Там мы начали 2 Маковейская, 17 глава, 15 их. Это уже не... Так. Фессалоникийцам 3:17. Но слышим, что некоторые у вас поступают бесчинно, ничего не делают, а суетятся.
Ну, мне ничего не делают. И вот выйдешь в городе, сколько женщин, которые идут не в юбках. Да, ну, просто 99 с чем-то, наверное. А это перед Богом мерзость. Мы плывем в океане мерзости. Женщина идет без платка. А это не она ничего не говорит. Говорит, что она не молится. Не молитесь с непокрытой головой. Город не молится. Вы ломаете эту обстановку. Даже на остановке, когда стоите, я не знаю, почему здесь газеты продавали. Я не один раз там беседовал. Вижу, и киоск убрали. Это что такое? Говорит, да ничего не сделаешь. Неправда. Еще в советское время было. Я подошел, а гляжу, он торгует непотребным. Называется порно там. Прямо возле железнодорожного вокзала. Я взял да позвонил. Утром иду, посмотрю. Нет, я говорю, а где этот? А тут вот кран подъехал, говорит, с машины подцепили. А то ничего нельзя сделать. В Ригах-то были, продают. А там, чтобы завлечь человека, щелки, показано непотребное. Я сразу стал говорить, да это каждый выбирает. Вы будете отвечать за это. Здесь что говорят? Регулируют семью, сколько семья. Я взял, зашел здесь прямо вот на проспекте. Женщина сидит, все нормально, трезво. Я говорю, это вы регулируете, сколько детей будет? Ну, мы совет даем. Не совет, убивают детей. Ну, мы не убиваем, мы только совет даем. Пришлось с ней разговаривать и показывать, какая страшная должность у вас. Вы являетесь началом убийства. Вы первое подталкиваете. Ну, не знаю, это регулируете как-то семья, что-то семья, такое слово есть. Поэтому, где бы вы ни были, вы всегда говорите, Господи, чем я могу помочь теми знаниями, которыми ты меня наградил? Сколько людей погибает вокруг? На работе у себя, где бываете? Не бойся, что тебя выгонят. Все равно это рано или поздно кончится. Скажи, которые бывают у вас, особенно много, где людей погибает? И ты там коснись на это. Я услышал страшные известия, не здесь только скажу. Что готовится, и при том в недалеком будущем. Проверять даже не надо. Я сразу уцепился и понял, что это именно так. Речь идет о миллиардных смертях. И Библия об этом говорит. Третья часть человечества – это сегодня 8 миллиардов и 130 миллионов, кажется. Вот точные данные. Значит, миллиардов. 2 миллиарда 450 миллионов признают, что они христиане. Из тех христиан, которые признают, абсолютно точно, на 300 человек только один ходит и причащается. На 300, только 0,3%. Мусульман почти 2 миллиарда, не считая Китая и Индию. Неверующих знак, неверующие, нет святыни, сквернословят языком. На них падает, по всем признакам, более 90% преступлений мира. Почему? Страха Божия нет. Где страх Божий, там Слово Божие. Где Слово Божие, там Господь доведет нас до желаемой пристани, до Царствия Своего и ведет навеки. Аминь. Аминь.